Здравствуйте. В эфире Новгородского областного телевидения программа «Диалог» и я, ведущий сегодняшнего выпуска, Сергей Пухачев. Сегодня у нас в гостях ответственный секретарь приемной комиссии Новгородского университета профессор Феликс Груздев. Здравствуйте, Феликс Александрович. Добрый вечер. Тема нашего разговора, нашей встречи, понятна, это приемная кампания по поступлению в университет. Вот недавно прошла аккредитация. Как известно, несколько направлений аккредитацию не получили. Расскажите, что в связи с этим будет твориться на приемных экзаменах? Исчезли ли целые специальности или нет? Ну, скажем так, немножко все это преувеличено. Значит, у нас ведется прием на 41 направление бакалавриата. В этих направлениях где-то 23 профиля. 5 специальностей. Также прием в магистратуру. Это 22 направления и 42 профиля. То есть как было, так и осталось? Подождите минуту. Аспирантуру и ординатуру я не беру, потому что это поле деятельности не совсем мое. Значит, аккредитация, которая проходила в апреле, мы все направления бакалавриата и специалитета прошли 100%. Из 22 направлений магистратуры не прошло только 4. Остальные прошли. Значит, причина тут, в общем-то, разная, но в основном это чисто технические причины. Прием мы будем проводить на все направления. Контрольные цифры приема, которые нам установило министерство еще в апреле 2017 года, они выставлены на сайте 1 октября 2017 года, и они изменяться не будут. То есть те цифры, которые план приема нам Москва дала, мы будем выполнять и будем проводить соответствующий прием. То есть то, что я все сказал. То есть, как говорил Марк Твен, слухи о моей смерти сильно преувеличены. Так точно. Хорошо. Но какие-то изменения в кампании этого года есть? Конечно. Сложности они будут. Потому что, во-первых, пошли слухи о том, что там не аккредитовано. Родители обеспокоены, и вот стараемся эти слухи развеять, потому что я получаю очень много звонков на эту тему. В принципе, приемная кампания по организации ничем не будет отличаться от прошлогодней кампании. У нас начинается прием документов 20 июня, и со всеми сданными ЕГЭ заканчивается 26 июля. Те лица, которые имеют право сдавать вступительные испытания в форме, установленной вузом, а у нас это письменная форма, они подают документы до 11 июля, а потом начинается вступительное испытание. Значит, русский язык изложения, а дальше по билетам они пишут. Ну, да как же ЕГЭ-то? ЕГЭ – это в основном 11-классники по ЕГЭ поступают. Те, которые имеют право сдавать в письменном виде, а это лица, имеющие профессиональное образование, то есть закончили ПТУ, техникум, колледж, высшее образование при получении второго высшего. Граждане иностранных государств, которые закончили школу в них, ну, скажем, украинцы, они поступают к нам, или белорусы, они имеют право сдавать вступительные испытания в письменном виде. То есть определенная категория, вот они будут сдавать так. То есть полноценные экзамены или по двум предметам? Почему? Только? Три предмета, три точно предмета. Так же. Ага. Перечень вступительных испытаний, направление подготовки. Ага. Все это было установлено 1 октября, и изменять ни один вуз эти положения не имеет права. И мы в том числе. И творческие экзамены тоже остаются? Рисунок, творческие живопись, экзамены сочинения. Остаются, они начинаются с 12 июля. Угу. Расписание все мы выставим 1 июня в соответствии с министерским порядком приема. Вся информация будет выставлена. То есть план приема, там особые права все уже давно выставлены, еще 1 октября. Мы туда добавим только цифры целевого приема, которые мы ждем из Москвы вот сейчас. А что это такое целевой прием? Целевой прием – это когда организации, государственные, муниципальные, предприятия, органы власти могут направлять на целевое обучение. Абитуриент поступает по особой квоте, но потом он обязан вернуться в эту организацию и отработать там 3 года. А организация за него платит? Нет, организация не платит. Но организация должна
предусмотреть меры социальной поддержки. Меры социальной поддержки – это дополнительная стипендия, оплата проезда, оплата питания, оплата съема квартиры. Ну, там достаточно разные меры есть. Да, а если человек, ну, отказывается 3 года отрабатывать после… Он должен выплатить стоимость обучения этой организации. Отказывается и это сделать. А дальше через суд идет. Это уже вопрос организации. То есть по суду могут привлечь, и по закону он обязан. А ведь это не маленькие деньги, там будет считаться. Ну, если у нас, скажем, стоимость обучения примерно по очной форме обучения в 2018 году была в бакалавриате, ну, на некоторых специальностях по-разному, но максимально 12 тысяч. В месяц? В месяц. Вот считайте. Ну, хорошо. А вообще, вот, кстати, о стоимости. Подросла она, подрастет? Значит, сейчас формируется приказ по стоимости обучения по всем направлениям, то есть очная форма, заочная, очно-заочная форма, на бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, ординатура. Все. На все это формируется приказ. Насколько я понял, стоимость будет выше. Но однозначно сказать, насколько, я не могу, потому что я еще сам этого приказа не видел. 1 июня этот приказ будет на нашем сайте. Ну, в свое время меня шокировала стоимость обучения инженера. Мне всегда казалось, что это должно быть подсильно, а там что-то около 12 тысяч. Ну, дело в том, что подготовка инженеров государству обходится значительно дороже, чем гуманитариев. Это нужно оборудование лабораторное. То есть из-за этого, да? В первую очередь из-за этого. Скажите, а вот суммы, которые вынужден будет оплачивать новгородский студент, они сопоставимы со столичными? Ну, или на порядок меньше? Или... Примерно раза в 3-4 стоимость дешевле. По всем направлениям, да? Ну, не по всем, конечно, потому что и в Питере, и в Москве некоторые направления, хотя инженерные – это раза в 2, а если сравнивать с гуманитарными, то значительно больше. То есть значительно больше там, в столице? Да, конечно. Это я имею в виду разность больше. Потому что если мы подгоним, ну, Новгородский университет подгонит столичным, то мы потеряем... Нет, это, скорее всего, дело в том, что вузы в этом плане, их деятельность регламентирована определенными документами министерства. А, то есть не... Да. Скажите, ну вот примерная стоимость, если инженер был 11800, да? Ну, примерно. А самые, самые недорогие специальности какие? Ну, где-то порядка 10 тысяч были. Не меньше 10? Гуманитарная, да. Это очная форма обучения. Заочная была раза в 3 меньше, порядка 3-3,5 тысяч. Заочная? Да. А вообще какие-то образовательные кредиты сейчас не в части? Почему? Берут за счет материнского капитала, то есть к нам приходит можно, это да? самое. Ага. Кредиты образовательные дает Сбербанк и, по-моему, ВТБ-банк. То есть у нас их реклама проходит. Ага. ВТБ, кредит-банк, можно взять кредит на весь период обучения. Ну, я тут, как они берут кредит, я не могу сказать, но в принципе это да. Скажите, вот распространена такая, ну, как бы точка зрения, что университету невыгодны бюджетные места, и они поддавливают, чтобы увеличить количество платников, и вроде по логике жизни так и должно быть, или это не так? Нет, это не так. Госбюджетные места выделяются по определенным правилам. То есть там считается количество людей в возрасте от 18 до 30 лет на данной территории. И от нее берется определенный процент. То есть, если мы сравним планы приема, скажем, последних 3-4 лет, то они примерно одинаковые. То есть, разница там 3-4 места, 5 мест. Ну, вот 695 мы принимаем по очной форме, там, бакалавриат, специалитет, да, на бюджет. Это уже несколько лет подряд идет. А какова пропорция, вот, допустим, из приема на какую-нибудь специальность? 10 бюджетных мест, 30 внебюджетных, примерно. Внебюджетные места устанавливает университет. То есть, много, да? Мы, если, скажем, на юрфак, у нас было, ну, по прошлым годам там по 70 человек желающих. На место? Нет. Ну, скажем, вообще желающих, я имею в виду. Uh-huh. Что весьма сложно для проведения организации учебного процесса. Поэтому, скажем, в магистратуру мы вводили ограничения. А в принципе на платную форму мы не вводим ограничения. Сколько придет, столько придет. Надо, чтобы были все оценки положительные. Но на определенные специальности, особенно лечебное дело, стомат, у нас есть конкурс на платной основе.
И конкурс там получается где-то 2-3 человека на место. Даже на платную форму? Даже на платную основу. Это в основном лечебная и стоматология? Да, но это связано с тем, что там возможности организации учебного процесса ограничены. Угу. То есть мы принимаем на лечебное дело порядка 200-210 человек, не более того. Хорошо. То есть это два учебных потока. Феликс Александрович, я прерву вас, чтобы напомнить нашим телезрителям, что в эфире «Диалог», а в гостях у нас, соответственно, секретарь приемной комиссии университета, профессор Феликс Груздев. Феликс Александрович, вот такой вопрос. Ожидаете ли вы наплыва? Ну, скажем так, последние годы у нас количество поданных заявлений порядка 5000. То есть конкурс где-то 6-6,5 по заявлениям. В этом году, поскольку выпуск в школах Великого Новгорода будет несколько больше, чем был в прошлом году. Там, то есть яма демографическая преодолена? Я бы не сказал так. Я не знаю, какой выпуск будет на будущий год. То есть может быть всплеск, а потом может быть спад. Поэтому, в принципе, количество желающих будет достаточно большое. Тем более, что, как правило, наши ведущие учебные заведения школьные, то есть гимназии, они почему-то ориентируют своих выпускников на Питер и Москву. Но чаще всего они и у нас подают документы, потому что по каким-то причинам, когда они проходят в Питере, они успевают вернуться к нам и участвуют в конкурсе у нас. Поэтому я думаю, что снижения не будет. В этом плане. Трудно конкурировать со столичными вузами, конечно, и со столицами тоже. Чем вот в этом плане, пытается преуспеть Новгородский университет? Чем привлечь? Вы знаете, организация учебного процесса у нас ничуть не хуже, даже на некоторых направлениях подготовки лучше, чем там. Почему к нам очень много идет, скажем, на лечебное дело? Очень хорошая организация, своя клиника, которой нет у московских вузов, которых нет у питерских вузов. Скажем, у нас достаточно большой конкурс, как правило, на экономические специальности. И если мы набираем госбюджетный прием 30 человек, то мы столько же набираем на платной основе. То есть, и привлекаете, разумеется, наличием общежитий, общежитие мы сейчас предоставляем вот уже последние, наверное, года 3 всем желающим. И те, кто учится на госбюджете, и те, кто учится на платной основе, они получают это общежитие. Ну и привлекает, скажем, я так думаю, многих еще и сам город. Тихий, спокойный город. Недалеко от тех же столиц. Да, недалеко от столиц. И проживание в нем достаточно дешевле во много раз, чем в Питере или в Москве. Что тоже очень важно по нынешнему времени. Большую роль сейчас играет. Да. Потому что новгородцы не настолько богаты, чтобы обеспечивать проживание и обучение. Тем более платная основа в Питере значительно больше, чем, скажем, у нас. Ну и думается, все-таки действительно новое руководство университета будет озабочено подъемом качества обучения и сделать это качество очевидным. Ну, я бы сказал так, что сертификат качества, который мы получаем многие годы, у нас есть. То есть он на стендах моей приемной комиссии там. Можно посмотреть интернациональный сертификат качества. Как сейчас абитуриент? Раньше говорили абитура, а сейчас как говорят? Да, точно абитура так же. И говорят. То есть абитура совсем может познакомиться, зайдя на сайт и так далее. Зайдя на сайт, посмотрев на наших стендах, которые в первом корпусе, как правило, все расположены. Там информация и о каждом институте, о каждом направлении подготовки. Контрольные цифры приема, правила приема, то есть вся информация, которая должна быть ознакомлена. Более того, когда абитуриент к нам приходит, он заполняет бланк заявления, и в этом заявлении там есть определенные графы, за которые он должен расписаться. То есть лично надо, по почте нельзя, да? Нет, это немножко другой момент. То есть он должен расписаться за то, что он ознакомлен с правилами приема, там, с разными пунктами. То есть он должен обязательно почитать правила приема. Подавать документы можно лично, то есть пришли в приемную комиссию, подали. Можно по почте, по обычной почте. Но только данные документы должны быть зарегистрированы в нашей канцелярии не позже
окончания дня подачи документов. То есть не позже 26 числа. Можно по электронной почте. То есть с нашего сайта скачиваются все документы, заявления, анкеты, там все, что положено. Посылается по электронной почте. Мы проверяем обязательно, ну, чтобы правильно все было заполнено, потому что часто присылают, ну, с нарушениями. Угу. Если все правильно, мы подтверждаем прием. Если ошибки, то мы говорим, вот у вас там-то. Это очень удобно, потому что есть ведь иностранные студенты, им уже из Лаоса не наездится сюда сначала. Ну, то, что касается Лаоса, чаще всего они попадают на подфакт для иностранных студентов. То есть приезжают все равно заранее, да? Нет, они приезжают обычно в сентябре-октябре, там у них идет прием на подфак. Но бывает так, что когда приезжают к нам, скажем, со Средней Азии, они практически не владеют русским языком, и мы им рекомендуем вначале поучиться там, подготовиться соответствующим образом, а потом уже после подфака поступать к нам. А много будет иностранцев вообще? Ну, скажем так, мы принимаем после подфака где-то человек 70. Из 600? А? Из 600? Нет, это дополнительно, это платная основа. Это, они не попадают под госбюджет. На счет госбюджета, то есть за счет бесплатное обучение, возможно, гражданам Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии. Они могут учиться за счет, ну, так же, как российские граждане, то есть сдавать вступительные испытания, участвовать в конкурсе. Если они проходят конкурс, то они будут учиться. Не проходят конкурс, они могут учиться только на платной основе. Феликс Александрович, про льготы. Вот человек в армии отслужил или там решил через 3-4 года поступать. Вот как тут нам сориентировать наших телезрителей? Ну, скажем так, льгот после армии не предусмотрены, после службы в армии. Чаще всего у нас получается такая ситуация. Люди заканчивают техникум или колледж, и военкоматы их забирают буквально сейчас. Но мы в этом случае, вот для колледжа, который есть у нас в университете, мы делаем ранний поток. Мы имеем право после того, как начата приемная кампания, проводить по мере комплектования групп ранние потоки. Mm-hmm. Для выпускников наших колледжей мы устраиваем ранний поток. То есть, ну, девушки, это понятно, они сдали и дальше участвуют в конкурсе. Юноши сдают вступительные испытания в письменном виде. Дальше мы их отслеживаем. Если они зачисляются, попадают, они, ну, родители получают соответствующий документ. То есть их не забирают? Забирают, но они могут вернуться в армии, после армии, и продолжить учебу, восстановиться. А из армии нельзя учиться? В армии нельзя учиться. Ну, то есть там заочные, вот все же есть сейчас дистанционное обучение, это же развивается, наверное, нет? Человек должен присутствовать, как говорится. Я понимаю, да. Кроме того, ведь при поступлении, или он должен предъявить документ, паспорт. Ну, люди даже из тюрьмы учатся. Или не учатся? В вузах. Нет? Нет. Напрасно. Побег из Шоушенка, вспомните, там ведь заканчивали, и будучи, ну, как бы, в местах не столь удаленных. Они колледж заканчивали, они высшее учебное заведение. У нас осталась минута. Что самое важное вы посоветовали бы абитуре? Ну, абитуре я посоветовал бы спокойно сдать ЕГЭ, защитить соответствующие дипломы, и потом, выбрав определенное направление подготовки, приходить к нам. Можно подать документы, как и было раньше, в 5 вузов. В каждом вузе на 3 направления подготовки. И ждать. И не пренебрегать Новгородским государственным университетом, потому что у нас очень хорошее, качественное образование. Там будет летом какой-то день Х, когда надо будет все решать вот за один день моментально. Ну, скажем если так. Если ты в Питере сюда переезжать, то все. Первый приказ на зачисление будет 29 июля. Там пойдут победители Всероссийской Олимпиады, целевики, льготники, ну, те, кто имеет особые права. Ага. Второй приказ 2 августа и последний приказ 8 августа.
Так вот, где-то 6-7 августа, это последний день, как говорится. Когда можно дни. Что-то перебросить куда-то. Хорошо. Филипп Александрович, спасибо. Ну, я думаю, что всю информацию наши телезрители могут увидеть на сайте или лично придя в приемную комиссию в Политехнический институт. Ну что ж, пожелаем успеха. Не в Политехнический институт, а в приемную комиссию аудитория 1101, 1103, первый корпус. Первый корпус, да. Ну, бывший политех же. Ну, хорошо. Политехнический институт, это четвертый корпус. Я понял. Найдут. Захотят, найдут. Спасибо вам большое. Вас, дорогие друзья, благодарю за внимание. Это был «Диалог». Смотрите нас по будням в 19:15. Всего хорошего.